зря сюда приехали вообще, наверное. Такси, вот смотри, сколько тут народу. Где? Алексей, где народ? Я только коров вижу. Леха, я поймал. Что? Я поймал. Да я и тревожу просто. Ай! Я что-то в голову попал. Твоя очередь, давай. Бюджетный комплект, Леша. Катушка Риоби, спиннинг кайда. Вот заломы у поводка получаются. Титанового такого нет. Надо титановый ставить. Здесь я тоже смотрю, на шару она не клюет. Буфло, я говорю. Ловится, говорю, чего? Рыба? Да. Карась. Если ловить. Последний день рыбалки. Береговая рыбалочка. На Ериках. Ну там первый раз. Вся база Романыч туда ездит. Сейчас посмотрим, что там. Говорят, красиво. Лебеди. Право, налево. Налево пойдешь. Там точно огребешь. Руты сюда. Направо. Ёкарный бабай. Тут, по-моему, километров 20. Давай мужиков дождемся. Слушай, зря сюда приехали вообще, наверное. Такси, вот смотри, сколько тут народу. Где? Алексей, где народ? Я только коров вижу. Ну что, друзья мои, апрель 2018 года. Наши приключения начинаются. Вот такая, братцы, качка. Идет метровая! Цунами идет! Сейчас дойдет до берега и расшибется. Офигеть! Встречайте, она пришла! Thank you.
попробуй отдавать вот так раз и немножко вот сам отдаешь, как будто остановилась лодка. Ломай ему игру. Люк, да мы сейчас наловим с того мешок. Хороший. Проезжай мимо, проезжай. Ничего здесь нет. Здесь рыбы нет. Прям трофей, Леш. Как клюнул, да? Сантиметров 40, наверное. Монстр прям вообще по нынешнему-то. Самый крупный. Есть лёд, да? Да. Вот это да. Отпустил поменьше, на 10 метров. Да нет, смысл, там по мелику идем, поэтому зачем? Ну не знаю, вот сейчас вот стал отпускать поменьше. Отпускал все время по 60, сейчас вот по 50 стал. Yes. Очередной трофей. Ну, 40-то точно есть. А, да, ну, вот досуды меряются, да? Да, вот. Ну, ну в районе 35-40. Хвост загинает, подлец. Почему-то. Опять загнал. Вот и него. Потом сматываешь что-то. Сколько смотал-то? Сорок смотал, не шевелится, бля. Жулик ты какой-то, Алексей, тебе не кажется? А? Я тебе дам, жулик говорю. Снова ЕС. Что будет, когда ты трофей поймаешь, Лёх? Она тебя еле крутится, блин. Ну да. Ух ты! Что там такое? Щука. Щука или жерех? Щука. Делиска. Это юзури, а это под юзури. А, это сальма, это корни, да? Так, ты сейчас меня зацепишь. Уже. Да? Добрый вечер. Щука опять. Попалась.
Это очередной порционный трофей. Палочка Бриз с тестом до 250 вполне подходит даже для таких мелких приманок, как Церебиты 75F. Трехметровый воблер. Судак стоит на мелководье. Вот пытаемся его отсюда доставать. На 6 метрах, на 8 плоховато. Основная масса рыбы поймана была где-то там 4 метра, 5 метров, может быть 6, вот так. Порой даже на 3 метрах. Вот сейчас идем где-то в районе 3 метров. Можно попробовать маленький бандит. Можно попробовать и большой бандит, пройтись просто по 5 метрам. Не лезть на 8, на 7, а пройтись там 4, 5. Да? Думаешь, атакует он, конечно, его жадно. Прям такой удар, прям как будто серьезная рыба. Поймал, что ли, что? Ты как-то помалкиваешь, интересно. Я что-то даже не услышал нифига. Алексей у нас поймал очередного трофейного судака. Смотри, как туго идет. Он пытается всеми плавниками сопротивляться. Возможно, мы ему даруем жизнь. Хочешь вот прочувствовать, как надо, ну вот, для этой катушки этот трофейный судак? Это щука. Щука? Тоже трофейная. Что, поводочек ставить? Придется поводочек ставить, иначе отпустит она. Ну и все равно было уходить. Вот такой финский воблерок. Ессе. Работает на ура. У нас два цвета, вот такие синенькими отливами. Вот они оба работают. Вообще синие цвета сейчас очень хорошо работают. У тебя есть какой-нибудь коротенький водочек? Да, давай поищем. Ну, коротенький я тебе, может, обещаю. А поводочек мы сейчас какой-нибудь найдем, поставим. На 30 килограмм пойдет? Да. Сейчас что-нибудь поменьше сразу найдем. Сразу по 6 смотрим. Сейчас у меня тут где-то... Сетнички. Я готовился к серьезной рыбе, Алексей, поэтому у меня, собственно, да, все 30-килограммовые поводочки. А, нет, есть что-то джиговое. 14 килограмм. Давай. Наш размер. Застежечка тут, конечно, маленькая. Даже больше. О, 17 килограмм, 30 сантиметров, самое оно. А то оно 14 килограмм сколько? А я не помню. А, слушай, у меня вот здесь щелкнет. О, она. Тут даже, так, стой. Вот эту вот застежку мы снимем. На, все. Даже вертлюк откусывать могут. Ну, чтобы трофей не сошел. Я обычно откусываю вертлюжок. Но тут такая трофейная рыба клюет, что я думаю.
Мы сегодня поймали, да, уже 3 или 4 щуки, поэтому щука пошла активная. И поэтому мы все-таки перестрахуемся и оденем поводочки. Поводочки мы оденем. Так, я где-то там запутался в чем-то. В своей. В своей снасти. Так вот, к воблерам вернемся. Вот такой маленький воблерочек. Тоже ловит. Смысл в том, что вот с таким колышком. Палочка инлайн, это без колец. Плетенка проходит внутри самого бланка. Потом сделаю обзорчик, вам покажу. Чуйка очень офигенная. За счет этого вот он чувствует такие ублерочки. Все чувствует. Так, с поводочками заходим. Хорошо, что я взял мелкие приманки. А то приехал бы с агрессорами. Не достает мой до 5. Короче, 75-й чисто по 3 идет. 3,5 метра. 85-й раз 4,6. 6 даже с натяжкой. Вот для такой резины взять отжиголовку 80 грамм и сделать вот такие удлинители. Летом буду пробовать ловить. Сейчас вот хотел половить, и что-то не получается. 50 грамм где-то идет по 4 метрам по дну. 80 должно по 5 идти. Нашли. Да, не крупный. Стандарт тоже достал. Ну хватает он, конечно, вот да. Опять за последний тройник. Вот стал хватать. И прям дергает. Вот такой даже. Ну вжарь. Ну вжарь, вжарь. А нет. Ну вот он стоит, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас возьмем, Лёх. Ну вот на крупной приманке реально похуже ловится. Я не знаю, что там пишут, что у кого-то там ой, ах, ух, ах, как. У нас на 90-е вот отлично заходит. Хотя тоже непонятно. Так, ладно, отсюда надо уехать, чтобы стая собралась. Кошмар вообще, Лёша, кошмар. Илюша такого не видел никогда. Ну ладно, он ловился летом мелким, но его было очень много, очень-очень. Тощий косил просто лифранов. Так тут не косил. Я, по-моему, попробовал эту мэр 50-ку, там вот, в кустах, да, вот, фиган. Там до утра вообще херово. Там, рыб, наверное, 5, по-моему. Потом тут, так, гоняли. И вдоль яров еще. Европейский стандарт.
вот что-то крупное стоит. Очень-очень-очень плохо сидит. Очень-очень-очень-очень. Достань фотик, Люха. Что, даже поддавливает чуть-чуть. Но не крупный. Но как-то интересно. Щука? Да вроде бы нет. Да. Апрельский судак, какой подсак. Вот такой стандарт. Сковородничек. Так называется. Да. Просто виснет, короче, и все, блин. О, смотри, там хуи, блядь, проплывают. Лёг, давай без мата, блядь, когда это. Я потом врезать всю эту балбать. Ну, бросает, блядь, мудак, блядь. Уйди отсюда, пожалуйста, а. Найди другое место. Так, это покрупнее, блядь. Ребят, встаньте где-нибудь в другом месте. Вон джигиты стоят везде, понимаете? Просто виснет и все. Не очень крупный. Сказал бы, не крупный. Пошел в воздухе воблик. Хорошенький. Да ладно, хорошенький. Ну я тебе как муфтом даже. Вот такая нынче рыбка. Это прям рекорд, Лёх. Да, это совсем крупный. Не, ну этого мы отпустим. Давай. Только качай. Победу не давай. Это видно покрупнее. Наверное, придется багорик. Нет, наверх пошел. Ой, нет, все-таки с багориком. Или с пацаком. Я спиннинг просто. У меня длинный. Я понял, Алексей. Удирается. Люша шутит. Нет, да. Ну, судя по бурунам, это килошный точно. Ой, слушай, там, наверное, бы не килошный, да поболее, блядь. Ну, полторашечка там стопудово есть. Ну, я оттуда не вижу. Ой, кого-то зажег, пойму. Леша, а? Все кино испортит. Так, вот это я даже вот все высушу. Ну, мать, ты попалась вообще, блин. Нет, нет. Старайся ее как-нибудь поживее оставить. Держи только крепче ее. Прямо вот крепко. На. И выпускай.
Крепко держи, Лех. Приманку ставим, и вроде бы что-то начинается. Крупный вообще не хочет кушать. Еле висит там где-то. Сидит. Офигеть. Воблер только дна коснулся. Вес, местечко нашли. Прямо от лодок. Ну мелкий, блядь. Такой же? Мельче, наверное. Прозрачный. Трепыхается. Сейчас хорошенький. Ну, побольше, может быть, не намного. Ну, не такого, которого отпустили. Так, это у нас воблерочек под бомбер 24 лонг. Синенький. Он у меня осенью хорошо работал. И вот сейчас. О, получше, 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 получше. Около килограммчика. Что, фотать? Да. Так. Самого лучшего берега этой страны. Вон ее снимать, что меня-то снимать? Вон она, наша мать. Ах, Куба. Все как надо, да, дорогой. Красавчик, ты без мата хоть, блин. Лег, тебе надо вообще от мата вот сейчас разговаривать. Там. Смотри, как Костя разговаривает. Без мата, блин. Ну, блять, такой, без мата, блять. Ну что, да вообще недолго, Мишка.
Готовы. Может, сделаешь пару этих туда прям? Да, на всякий случай. Зубчиков. Четверочку. А уж в рис-то положим. Или у нас вообще там чеснока так? Одна. Потом рисок питает. Ну, Костя, расскажи какую-нибудь басню вообще, реально. Устрови что-нибудь. Ну, сложно. Надо понимать, какая аудитория будет меня слышать. Потому что разносторонние есть истории. А так, конечно, хотелось бы всем сказать, чтобы берегли речку. Не какали, не сикали в нее. Ну, сикать можно, унесет. Как нельзя? Ну, я имею в виду там отходами. Я не про нужду. Нужда-то понятна. Потому что она намного дарит эмоций. За это ей огромное спасибо. Сколько мы сюда приезжаем уже, Костя? Ну... Первый раз я сюда попал в 94-м году. О. Мне было 6 лет. Вот, а ты рекордсмен, так сказать. Ну, да. Что тебе понравилось вообще в этой речке, когда ты первый раз приехал? Компания. Ты очень понравился. Рыба, она сама к лету. Врешь ты все, блин, Костян. Так что приезжайте. Ты устроился на это, на Карбалинское телевидение. В этом году народ позже поехал. Да, получается, то есть. По времени года тоже рассказывал. Весна задержалась, она и в Центральной России задержалась. Да-да, подкрался. Вот это как бы современный быт этого лагеря. Все у нас есть. Дикарем отдыхает. Да, все удобно. Свет вот сейчас включится попозже. Ну, кухню не будем показывать, там немножко сегодня бардачок, а так все по делу. Солянка была, борщ был, ухи не было. Сегодня будет плов. Всем салют. Происходит, блин. Есть, Лёх. На 6 метрах, короче, стоит. Вовлер только коснулся. Распустил на 200 футов. До этого распускал поменьше. Поклёв было. Лёх, а ты, короче, подальше распускал. Я на 60. Ну, эй. Вот этих двух, когда на 50 отпускал. Сейчас где-то 55 отпустил. А я где-то на 30 отпускал, поклевок не особо было. Отпустил вот сейчас 200 футов и взял. Работает синий цвет. За хвост постоянно ловится, постоянно за хвост. Леш, сделай фотографию. Нашел я тебе, родной. Надо паса брать? Нет. Около килограммчика что-то там. Там селфи делал? Селфи обязательно. Ах ты, прям висишь на этой, на корочке. Красивый? Да. После этого пропахал там как. Знаешь, мелкий. Если он еще с воблером там пахал. Сначала был хороший, потом пузырь тёплый стал изменить.
задний тройничок, наверное, чтобы пульня какая-то. Поднимаем. Надо, да? Да. На меня идешь, чтобы не понять. Ты сошел. Я его вообще не ощущаю. Нету. Да блин. Сошел, чего? Ах ты, зараза. Есть, да? Не, есть. Герман опять. Прям за хвост, смотри, берет. Вот он почему-то... Потихонечку. Да, он не в морду бьет. И вот вроде в том никак. Апреле, вот в том году, также судак бил в хвост почему-то. Вот прям, вот прям четко в хвост. Крупный. Виснет прям. Без потычки, просто, походу, за хвост, наверное, тоже. В воде оставляй приманку. На кончике висит. А давай такой. Стандарт. Есть. Да, попробую. Стандарт. Ну такой, знаешь, это не тощий, полненький.
солнышко. Засыпаю. Повис. Давно так? Так, катушку в помойку. Не, у меня вот рыба сидит. Рыба? Да. Да. Так. Наверху. Так, друзья мои, катушка Кайда номер HM300L в помойку. Что это? Что с ним делать? Так, отработал. Если Джесси там, как его только не называют, фин. Судачок, иди к нам. Пока мы всех поймали возле берега практически так. Ух, что-то получше, да? Да, это тяжело. Не торопись, Леша, не торопись. Вылезу, блядь, на это. Сплыл. Сплыл — это плохо. Значит, не крупный. Но так на вид покрупнее вроде бы. Да-да-да. Ну не маленький такой, как бы. Не меньше 30 сантиметров. Ну, стандартный. Не меньше, не больше так. Есть настоящий финский парень, судак. Горячий. Есть побольше. Фин. Yes. Да, это крупнее. Красавчик. Судачок, клыкастик. Наконец-таки мы тебя нашли. Так, а сальма хорнет молчит. Ну, распутывай, давай, распутывай. Поставим тоже фина, коли он ловит. Так. Поменьше, наверное. Поменьше, искай. А? Что поменьше, искай? Ну, размер. Так, цвет немножко другой поставим. Попробуй вкладываться. Сейчас проверим, если у тебя будет поклевывать. У меня цвет немножко другой поставил, ну посмотрим. А, у меня вот такой тоже есть. Вот пока что какой у тебя. Да, мне не выскакивают. Один выскакивает, да? Зеленый.
Поехали. Есть. Как сопротивляется, это вообще прям круто. Давай. Поверхности пока его не видно. Давай, поднимай. Неплохой. Ух, трофей, блин, поздравляю, трофей. Ха-ха, Леха, трофей. Держи битак. Ух ты, блядь, чушка, нахуй. Как карасик такой, горбатый. Так, Лехин, клади спиннинг, отцепляй сейчас это. Будешь сейчас фотосессию исполнять. Ребята, первый колыкастый трофей. Сколько? На трошечку? Ну, да, где-то 2,5, наверное, есть. На, держи. За что держать-то? Вот за жабру, он особо не брыкается, да. Весенний. Точно? Получше. Ну, бери так смелее, да, и за пузо его. Сейчас, стой, надо будет на этот сейчас на телефон. Да, припустил. Друзья, мы его поймали. Значит, здесь, наверное, ну где-то в районе трешки. Первый наш трофей за апрельскую поездочку. Вот, поймали мы его на приманочку вот такую. Это приманка Йесса, 5-метровый воблерочек. Ура, друзья мои, ура! Так, мы вывод такой сделали, что возможно... клюет из-за того, что у Лехи поводочка нету. Или цвет. Сейчас посмотрим. Леха у меня уже 2 поводка оторвал. Наказан, без поводка ловил. И стал ловить рыбу теперь. Я тоже хочу быть наказанным. Буду ловить без поводка. Сразу как видно, да, когда крупный, вот он, блин, не всплывает ни хрена, и прям. Тянул. Убрал. На тут. Не мог крутить. Плохая катушка. У меня вон одна плохая уже. Это самая первая вообще катушка. Ну. Для троллинга мульт он должен быть такой, чтобы нормально проворачивать. Особо не качая. Ну, я тебе скажу, это. А в корсе ее тоже. Не, ну выкачиваешь, но все равно не так как-то, да? А я вот это вообще, то есть она просто не проворачивалась даже вот такая леска. Есть. Как, нормально? Ну так, тычок такой, да. Ну неплохой. Ох, неплохой. Не очень крупный, наверное, помельче его. Ты сюда можешь? Я сейчас все, Лех, все будет. Не, наверх пошел. Ну такой, слушай, ну,
Не как у тебя, конечно. Раза два, наверное, может побольше, поменьше. Ну, уже не 30 сантиметров. Слушай, приманку поставили поменьше, а рыба пошла покрупнее. Читает, значит, крупных размеров. Ну что, друзья мои, это опять воблер. Ессы. На сумку не лей. Да-да-да. Вот такой. Что, синенький, да? Да, вот этот, который. Да-да-да. В глубине 5 метров мы его нашли, на 5-метровые приманочки, не знаю, сколько у них там, сантиметров 10, да, Лёк? 9, наверное, да? Хороший. Ну так. Без мата, Алексей, без мата. Прям смотри, как он сошел вовремя. Ага. Поздравляю, Леша. Поздравляю. Ну это помельче. Ну-ка, воблерочек какой у нас. Вот такой пятнистый, синенький. Вот Герман. Потычки уже было. Есть, да? Стая, Лёх, короче. Смотри, у меня клюнул и у тебя. На 7 метрах. Стайка прям. Щелчки начались. Прям поклевочки такие. Стандартный, не очень крупный, точнее не крупный вообще. Ну, все равно лучше, чем в том году. Работают красные цвета, синие, красных у нас не так много. Мэнс наковыряли, бандосик такой золотисто красный, рыжие оторвали. Короче, без красных у нас поддержка маленькая. Работают рыже-красные. Причем у всех, с кем мы не разговаривали, приблизительно одна и та же самая история. Что же такие? Не, ну, если здесь... Давай еще раз пройдем, если такое же будет, все сваливает. Вот такая мелочь. Поймали очередную хрень. То есть, можешь не сопротивляться.
легкий твич и рыба на крючке. Ну мелочь просто капец. Отработал сальма. Хардкор 6. Легкий твич. А где он вообще? Что-то понять не могу. Где моя рыба? Ты скажешь мне. Шайтен. Вон он где. Смотри какой. Маленький-маленький. Чуть больше уберочка, наверное. Слушайте, друзья мои, где мои агрессоры, а? Это супер трофей! Это победа! Это лучшая рыба в моей жизни. Просто лучшая. Я аж мотать перестал. Расслабился. Ой. Ой. Леш, включай видео, буду говорить. Крупный такой рыбы. Что, просвечивается? Угу. Акумовская катушка мне понравилась больше всех. Дватор, но, к сожалению, она праворукая. Так же, в принципе, как и эта кайдовская. Вот, были бы они леворукие, вообще было бы замечательно. Спиннинги. Что сказать про спиннинги? Значит, бриз, серия бриз от Волжанки. Мне очень понравилось, довольно-таки звонкие, чувствительные. Ну, как я люблю, такие колообразные палочки. Экстрафаст очень такой. Но чуйка сумасшедшая, просто сумасшедшая чуйка. Единственное неудобство, конечно, пропускать, если что-то обрыв, постоянно вот это пропускать через внутренний, ну, через внутренний бланк. Через колечки, мне кажется, попроще это делать, потому что здесь, чтобы пропустить, дается вот такой, как говорится, инструмент. Сейчас покажу. Волшебный шнурок. Волшебный, да, шнурок, ну типа поводковый поводок какой-то. Вот такая штука дается. Здесь петелька, цепляем, значит, плетеночку и продеваем ее через весь бланк. Ну так, в принципе, минус какой у нее у этой палочки? Очень короткая ручка, очень короткая. Но я приноровился, Алексей тоже, мы держим ее вот так. Держим и вот таким образом ловим. Ручка, значит, не круглая, квадратная, очень удобно вот так класть пальчики держать. В принципе, тоже довольно-таки удобный такой нюансик. Ну, как говорю, палка достойная. Трофеи мы на нее пока не ловили, их никто, по-моему, еще особо не ловил. Но вот на 3 килограмма вытаскивали. Это я сейчас иду с эчебом. Палочка, конечно, ну, для меня она немножко жутковата. Но многие просили показать, как она работает вот на воде, почему я на нее не ловлю. Почему не ловлю? Ну, потому что я не люблю такие вот, когда так сильно загидаются палки. Я люблю более жесткие. Так, сейчас мы, нас сместило на глубину. Сейчас мы уйдем. Леш, ты на дне, нет? Вот. И если вот газку поддаем, то прям совсем она сгинается. Я так не очень люблю. Но кто-то вот прям в восторге от таких палочек. Так, в принципе, тоже зачетная палка, достойная. Я думал, что у нее ручка. А нет, про нее, по-моему, я не говорил, что ручка короткая, или говорил. Но после теперь, после Волжанки бриз, меня уже никакой короткой ручкой не испугать. Но чуйка, повторюсь, очень-очень-очень-очень достойная. Очень маленький. Супер трофей. Что, у тебя желтый-синий шрам? Да. Слушай, это вообще кто? Щука. Это супер судак, наверное.
Трофей, мать его! Это супер трофей, блин. У меня слов нету. Ты что, голодный, не могу понять. Придется тебе губу малость порвать. И даже не трепыхайся. Уколешь меня, съем. Будешь хорошо себя вести, выпущу. Паразит мелкий. Ой, я тебя зачем покупал? Дури твоя голова. 1000 с лишним рублей стоишь. Короче, сальмочку заловили, фридайвер. Прям только коснулся дна и сразу наверх идет все равно. Да. Попробуй. Не, не сошел, сидит. Погнал. Все, ну подсак, запутался. Хорошенький, хорошенький. Ну-ка покажи нам оберочек-то, Леша. Проснулись в 4 утра, на воде были где-то в 5, уже где-то больше часа мы отрыбачили, ноль. Что происходит, непонятно. Вода 5,5, 5,6. Да, 5,5, 5,6. Хотя была вроде 5,8. Вчера. Но за ночь похолодало. Возможно, желтые цвета не очень работают. Лёх, у тебя какой стоит? Красный. Красный. Красный тоже пролетел. Хотя у него всегда он работал. Что делать, непонятно. Лёх, ставь фридайвера. Золотистого того. А я поставлю Мэнс. Сам? Да. А я поставлю Мэнс. Где Мэнс красный? Люша отобрал красного Мэнса. Я уже не знаю, что даже ставить. По идее, надо агрессора ставить. Блин, не знаю, Леха, ты нет, не хочешь, блин? Мэнс красный. Там нет у тебя Мэнс красный? Нету. У нас 5 коробок лодки? 5. Вот в этом должен быть, по идее. Слабину не давай. Ну, наконец-то что-то. Какое? Наконец-то. Но все равно наверх идет, а? Ну хорошо так сел. Ух, ух, давит. Вот так брать? Не знаю. Не уверен. Но не маленький. Зубастый.
шиль взял. Да, и этому рада. Верите, я поймал. Я не знаю, насколько оно улучшилось, потому что я поймал что-то не очень крупное. Лягушка, что-то я его уже даже не ощущаю. Я больше не хочу рыбачить. Это хорошенький. Хорошенький? Друзья мои, это хорошенький, это трофей. Это трофей! Ну, по крайней мере, вот он отработал. Синеглазый ты мой. Все остальные молчали. Ну что, друзья мои, наша поездка закончилась. Мы возвращаемся домой. Thank you.